Всех приветствую на своем канале. Сегодня я получила быстро пришедшую, долгожданную посылку сюрприз от Дины из Тюмени. Дина, привет тебе, если ты меня смотришь, и огромное-огромное большое спасибо за такой чудесный подарок. В общем, содержание посылки для меня было, конечно, тайной, но то, что посылку она хотела мне послать, это было, конечно, не тайно, иначе как бы она мне послала адрес, то меня спрашивала. В общем, посылка немножко сладкая, немножко косметическая и куча-куча всякой такой очень милой штуки вещей, в том числе 4 обезьянки, даже фотографии и картинки. В общем, первое, что я открыла, это вот, увидела эту обезьянку чудесную, ну, я подозреваю, что Почта России немножко ее потрясла, и там, потому что когда я пакетик еще потрясла, оттуда вылез вот такой хвостик. Хвостик сломался уже, видать, пока сюда ехал. Но я думала, что она без хвостика такая. Я думаю, может, это как-то можно склеить, а можно, в принципе, и так выглядеть. Это магнитик. Я думаю, теперь мне надо отдельную досочку такую металлическую, потому что некоторые магниты у меня с холодильника, даже я сама иногда задеваю их. И плюс они там не все помещаются, и родственнички у меня периодически ругаются. В общем, я вообще давно хотела какую-нибудь металлическую такую досочку. Возможно, где-нибудь их продают, и я их куплю все-таки. Потом вторая обезьянка вот с таким чудесным хвостиком, с бусинкой. Да, кстати. Тоже магнитик с бантиком. Обезьянка. Еще одна обезьянка в такой как бы желтой маечке. Ну, естественно, тоже магнитик. И еще одна обезьянка, похожая немножко на Чебурашку. В таком замечательном пальтишке зеленом. Вообще очень чудесная. Я вся в таком восторге. Вообще люблю все такие мелкие штучки. Тут у меня еще есть мишка. Я даже сначала решила, что он такой вот, ну, как бывают фигурки из марципана. Потому что, ну, даже по цвету как марципановый, такой няшный-няшный. И еще два животных. Это у нас, значит, бычок. Прям как маленький тортик. И овечка. Такая прикольная, чудесная. Кстати, овечка похожа на такие вот фунчозинки маленькие. У нее такая шкурка беленькая. Еще были сережки, тортики. Я думаю, если не забуду и... Так, может быть, когда в субботу поеду к Аленке, в эту субботу погулять, поеду к ней, то я ее, возможно, одену, если, конечно, не забуду. Такие прикольные тортики. Потом заколка, что вот сейчас на мне... Это как раз тоже из этой посылки, очень классная, хорошо держит, не сваливается. Это все из пластики. Вот такой чудесный цветочек, брошка. Очень классный. Подвеска на шнурочке, я так подозреваю, что это замша. И мне кажется, что это кошечка, либо чертик. Я надеюсь, что в камеру видно. Там кто-то возникал по поводу качества записи, я сделала HD, и, соответственно, будет широкополосный экран, и подняла повыше фотоаппарат. Я надеюсь, и лицо, и все остальное у меня тут влезло, и видно. И еще чудесный браслетик. Сама его пока не пробовала застегнуть. Тут, я так поняла, 3 бусины, ну, в общем, вот эти 2 розочки, и еще бусина, это как раз пластика. Там какие-то прозрачные белые камушки, они мне очень понравились, голубые бусинки. Из голубых бусинок у меня, кстати, есть какой-то такой, не браслет же, как же, бусы, я тогда их покупала в Петрозаводске на распродаже. И еще какие-то черные бусинки, я не знаю, вообще надо у Дины спросить, но они мне напоминают чем-то вот, тоже какие-то такие камушки. В общем, прикольный такой браслетик, нежно-голубый вообще. Даже не то, что там вот эти коричнево-черные бусинки, все равно смотрится как-то так сине-голубое. Вот, вообще классный. Потом, мой любимый гель для душа, бодрящий гель для душа, флористский грейпфрут. Я вообще люблю грейпфруты розовые особенно. И вот это рефрешерский гель для душа. Я его в ближайшее время запользую. Вообще очень люблю вот апельсин, лимон и грейпфрут. В общем, классные такие для душа. И теперь вот у меня такой снова есть. Потом крем для лица. Вот такой вот. Либро Дерм Витамин Кэр.
крем-антиоксидант для лица, витамин Е. Я вообще такую марку первый раз вижу. Я его уже доставала из коробочки, но пока еще не пользовала. Сегодня вечерком или завтра утром попробую. Вот такой, как бы, я сначала думала, что это спрей, потом, ну, в общем, он, видать, просто выдвигается так, все запечатанный, в общем, классный, увлажняющий. Потом две маски. Маска и еще какая-то фигня после, в общем, кто тут у нас? Некие керамиды после того, сначала нанесите маску, а потом уже нанесите эти керамиды. Я, кстати, такую видела в каком-то у нас магазине, но что-то у меня руки не дошли ее купить, а тут я ее совершенно бесплатно попробую в подарок. Очень классно. Профессиональная маска для лица и шеи. 100% гиалуроновая кислота. Ой. И еще одна маска. Маска для лица. Фитокосметик органик. Тоже думаю в ближайшие дни попробовать. Также было два конвертика. Ну, на конвертиках там письмена, я их не буду показывать, но конвертики вот так вот выглядели. Письмена все-таки лично мне, я считаю, что это все-таки не стоит показывать. Потом вот этот, сначала я думала, что такие фотографии интересные. Это рисунки Дина делала. Вот так. И вот так. И еще один вид деревянной тюмени. Вообще у меня в Тюмени проживают родственнички, но в реале я видела только своего брата троюродного, он когда к нам в 98-м или 99-м приезжал летом, а всех остальных я только знаю, что они есть. Так. Выглядят как фотографии. Я еще не уточняла по поводу них, но мне кажется, все-таки это фотографии или с рисунков, или что-то такое, потому что первая порция точно рисунки, там даже вот если посмотреть, видно, как вот эти все мазки производились. Я надеюсь, там ничего кверх ногами не показывают, потому что не вижу, что я показываю вам. Хотя некоторые из них вот на свет видно, что просвечивают. Ну и, соответственно, там у меня еще был запрос. Наверное, вот так. Ну и запрос я постараюсь сделать где-то уже в середине июня. Ну и, соответственно, вы его тоже потом увидите. Так, и еще два. И тоже второй же такой конвертик. Ну и сладкая часть, это вот такая чудная пастила, которую я уже распатронила немножко и немножко поела. Это Шарлиз, изделие кондитерская, пастила ассорти. С ванилькой и, кажется, с бананчиком. Причем я как раз сегодня в магазине ходила и думала купить бы что-нибудь такое, типа пастилы, но так как-то руки не дошли, но вот. Тут не зря не дошли, тут прямо в посылке это все было. В общем, я такая довольная и счастливая. И я думаю, что вам тоже был интересен как-то этот мой обзор. Ну, как минимум, косметическими средствами, если вы не тащитесь от обезьянок или вот от подобной красоты. В общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада. И до новых встреч. Пока!